Не могу оставить без внимания вот эту вот альпийскую горку с падающим фонтаном. Это, опять же, потрясающе красиво. К ней есть вот такой подход. Скрытый здесь, среди кустов. Давайте подойдем поближе, я вам покажу эту красоту. Ну вот, как тут можно не наслаждаться такими уголками природы, рукотворными к тому же, друзья. Это же, вы же понимаете, что это все сделано руками человека. Соединили здесь в себе человеческую мысль и какой-то источник, которых здесь в Вентнаре очень много. Здесь даже есть много таких источников, которые считаются с живой водой. Там приезжают специально группы туристов, им рассказывают, объясняют, что если вы умоетесь этой живой водой, то вы оздоровитесь и излечитесь от всех болезней. Эти источники также есть и у нас на острове. Один из таких источников сегодня будет вам в моем видео. Я вам тоже покажу. Это, конечно же, может быть, это не совсем верно. Конечно же, может быть, что-то приукрашено, потому что вы же знаете, что все эти туристические компании, чтобы к себе привлечь внимание как можно большего количества туристов, придумывают всегда какие-то байки, какие-то истории интересные, как какая-то девушка от любви неразделенной бросилась со скал. Наверное, если вы бывали и в Греции, и в Турции, я знаю тоже, да и даже у нас в Тбилиси есть много таких рассказов, когда вы ездите по стране, гид вам с удовольствием один из таких мифов, рассказов древности всегда расскажет, всегда. У хорошего, интересного гида всегда есть парочка-тройка таких рассказов, мифов древности, вот таких вот былин, как они называют. И чтобы привлечь как можно больше внимания туристов. Этот ручеек, этот фонтан, он здесь вот так закручивается и спускается туда вниз. И вниз вода попадает еще в одну такую чашу, резервуар. А дальше вот там тоже маленький искусственный бассейн интересный. Сейчас он без воды. Я не подошла, не показала вам его. Ну вот показываю издалека отсюда. Вы видите, что там в середине карта острова Уайт. Зеленая, видите? Ну а я опять возвращаюсь к этой альпийской горке великолепной. Сейчас постараюсь здесь перебраться на ту сторону. Здесь скользко очень. Очень скользкие камни. Хожу вокруг. Ё-моё, ну, друзья, переберусь ли я туда? Ой, перепрыгнула. Намочила все ноги. Ой-ой-ой. Оказывается, эта трава, она здесь вся в воде. Но зато я нашла лучший ракурс для вас. Все для вас, друзья, как говорится, да? Посмотрите, как я набезобразничала там на траве. Я помяла всю траву. Кошмар. Thank you.
Сейчас, конечно, такой ручеек довольно маленький. Я не сказала вам, что, конечно же, он также подпитывается и дождевыми водами, поверхностными. Поэтому, когда идет большой дождь, то здесь все вот эти вот, видите, все вот эти маленькие канавки, они заполнены водой, и очень сильный стоит шум. Ну, практически как водопад Виктория, вы знаете. А сейчас дождей у нас не было 2 дня, и не очень здесь сильный водопад. Итак, друзья, давайте я вам еще покажу одну старинную часовенку. Даже не часовенка, а источник, или уилл, как называется здесь, колодец. Давайте посмотрим, и я вам расскажу немного истории о нем. В давние времена колодцы использовались нашими далекими предками и как способ связи с умершими, и как способ соединения с потусторонними силами. Вспомните хотя бы сказки. На тот свет герой чаще всего попадает через колодец. Но не только в славянских сказках магические свойства придают колодцам и источникам. В британской мифологии считалось также, что это врата в иной мир. Ну и еще помимо колодцев, в кельтской мифологии, в кельтской истории очень много существует источников. Источники с живой водой, источники с мертвой водой, источники оживляющие и умерщвляющие. И вот один из таких источников я нашла для вас, друзья, и хочу вам его сегодня показать и немного рассказать о нем. Этот источник называется Голи Уэллс, или Божественный колодец, или Сент-Лауренс Уэллс, и это колодец святого Лауренсия. Еще он называется Wayside Shrine, что переводится как придорожный храм. Я показываю вам его и изнутри тоже, чтобы вы могли рассмотреть все, что там, вот видите, написано Сент-Лауренс наверху над этой чашей. Воды, к сожалению, там уже нет. Там такой дельфин, из пасти дельфина выливалась вода, как из крана. Но теперь уже это все не действует. А раньше паломники, которые здесь в огромных количествах путешествовали, они использовали этот придорожный храм для того, чтобы очиститься, попить воды, отдохнуть. Я набрела случайно на этот источник, придорожный храм, гуляя по старинной Сент-Лоуренс-Виллэдж, которая называется, наверное, может быть, в честь вот этого источника тоже, святого Лавренсия, деревушка. Ну, а вот просто так вряд ли еще и найдешь такой источник. Обратите внимание еще наверху, видите, рядом с этим водопадиком, вот там колодец. Сейчас я подойду поближе. К сожалению, снизу я к нему подобраться не смогла. Я пыталась там, перепрыгивала с камня на камень. Но видите, здесь даже тропинки нет, чтобы подойти к этому колодцу снизу. Сейчас посмотрю, может быть, сверху можно подойти. Для чего-то же он там стоит. И если это колодец, значит, воду можно брать. Показываю вам со всех сторон эту красоту. Я поднялась наверх, к этому колодцу подошла, видите, но он, к сожалению, выглядит не очень. Все закрыто,
И здесь, видите, тоже, наверное, кто-то упражнялся, чтобы попасть вот по колокольчику монетой. Там внизу в ящике, вы видите, много монеток. Я нашла монетку 20 пенсов. Сейчас попробую кинуть, хотя, конечно, мне одной рукой очень неудобно. Ну и, конечно же, я не попала. Ну ничего, в другой раз. Это просто моя небольшая дань, оплата за созерцание этого райского местечка. Ну так, друзья, мы с вами прогулялись. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя. Пока-пока.